И вернемся с небес на землю. И вот что нам сообщает ДФР Новополоцка. Четверых сотрудников Ушачского райисполкома подозревают в краже молодого бычка. По данным правоохранителей, якобы первый зампред исполкома распорядился, чтобы в подведомственной ферме ему выдали корову. Также чиновник распорядился, чтобы его подчиненные доставили того самого бычка. Всех четверых и задержала милиция. В отношении них возбуждены уголовные дела за кражу группой лиц по предварительному сговору. И сейчас сотрудники финансовой милиции устанавливают, имела ли место серия краж. Уголовное разбирательство продолжается. Проводятся дальнейшие неотложные оперативно-следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, поскольку в данном сельхозпредприятии в настоящий момент имеется недостача 70 голов крупнорогатого скота. В дальнейшем будут отрабатываться все эпизоды и противоправной деятельности данных граждан и устанавливаются новые факты совершения преступлений.